Всем привет, ребята! В этом видео сделаем с вами игральный кубик. Для его изготовления у меня ушел один лист формата А4. Давайте приступим. Для изготовления кубика нам понадобится два квадратных листа. Один размером 15 на 15 сантиметров, второй на 3 миллиметра меньше. 14,7 на 14,7. Складываем лист по диагонали. Затем в другую сторону. Раскрываем. К центральной точке складываем боковые уголки. Теперь нам необходимо разделить наш квадратик на три части. Берем линеечку, замеряем 10,6, 10,7 примерно. Ну вот, 10,6 делим на 3, получаем 3,5. Отмечаем 3,5 сантиметра, затем еще раз отмечаем 3,5 сантиметра. И затем складываем правую сторону к нашей точке и левую сторону к нашей правой точке. Теперь проверяем, одинаковые ли у нас стороны. Так, стороны у нас одинаковые. Раскрываем боковые части. Здесь у нас идет линия сгиба, и вот здесь она заканчивается. И с этой стороны тоже. До этих линий мы должны сложить бумагу. Берем нижнюю сторону и складываем по ней. И заворачиваем сверху бумагу вниз. Здесь у нас должно быть ровно. Так, я смотрю, не ровно, вот чуть-чуть вниз оттяну. Буквально 1 миллиметр. И сверху подтяну вниз. Теперь у нас ровно. У нас с вами получилось так, 3 квадратика. Вот смотрите, я сейчас согну бумагу, так чтобы вам было видно. Первый квадратик, второй квадратик, третий квадратик. Вот в первом и третьем нам нужно провести диагональные линии. Складываем на правом квадратике одну диагональную линию и вторую. Получились диагональки. И теперь с этой стороны продавили. Диагональные линии есть. Раскрываем эти две части и смотрите, что мы будем делать. Вот эта центральная часть — это середина нашего кубика, и вот эти вот боковые части, они будут собираться, где мы проводили диагональки. Вот эта линия и будет диагональная, которая соберется. Берем лист здесь, здесь, и вот она у нас сама складывается, бумага. И с этой стороны точно та же. Вовнутрь собираем.
Покажу сбоку, что получилось. У нас собирается кубик. Так, еще раз. Вот он листик. Собираем правую сторону, придерживаем пальцем, собираем левую сторону. И это прячем вовнутрь. Переворачиваем. И здесь то же самое. Вот эти линии идут с двух сторон. Мы их складываем. Одну сторону сложили и вторую складываем. У нас получается такой кубик. Это заворачиваем вовнутрь. Подровняли. Такой у нас кубик получился. Из второго листа делаем все то же самое. У нас должна получиться такая же деталь. Я сложил второй листик в такой квадратик. Они у нас одинаковые, только второй немножко меньше. И мы должны их ставить один в один. Такой кубик у нас получился. Теперь нам нужно нарисовать циферки. Берем маркер, можно карандашик, и рисуем. Здесь у нас однерочка, точка по центру, затем двоечка, затем пятерочка, и по центру. Потом у нас 6. Поворачиваем вправо. Здесь у нас 4. Поворачиваем еще раз вправо. И последняя у нас 3. Друзья, такой игральный кубик у нас с вами получился. Ну а вы напишите комментарий, если знаете, в каких играх он применяется. И если вам не сложно, поставьте палец вверх и продвиньте этим мое видео. Мне будет приятно. Вот здесь ссылочка на подписочку, если вы не подписаны. Ну а я вас благодарю еще раз за то, что вы посмотрели мой канал, мое видео. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!